Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулеген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение основных валютных пар евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс-золото по стратегии «Last Kiss». Работаем мы по этой стратегии уже с сентября месяца 2015 года. Очень много людей уже, которые научились торговать, они уже не смотрят данный обзор, а торгуют самостоятельно каждый день, находя новые коридоры и забирая свои тейк-профиты. Вот. В данный момент мы с вами... Так, подождите секундочку. Идет трансляция? Да, трансляция идет. В данный момент мы с вами еще раз пообщаемся. Сегодня дневного обзора не будет, так как завтра мы встречаемся и проводим марафон в городе Нижний Новгород. Я еще раз приглашаю всех проживающих в городе Нижний Новгород. Добро пожаловать на встречу, посвященную стратегии Last Kiss. Этот марафон пройдет в Нижнем Новгороде завтра утром. То есть в субботу утром он будет там проходить. Я переключаюсь на экран, и мы вместе с вами при помощи ваших вопросов будем обсуждать, куда будут двигаться валютные пары сегодня. Переключаюсь. Смотрю на чат и еще раз вас всех приветствую. Владивосток с нами. И всех еще раз приветствую. Ташкент на связи. Кстати, в Ташкенте мы будем 16 сентября. Это будет замечательный марафон тоже, который организовывает Дильшот Каланов. Вот мы будем присутствовать в Ташкенте 16 сентября по той же самой теме, как стать успешным трейдером. Так. Сейчас идет трансляция экрана? Да, идет. Итак, давайте поэтапно начнем с евро-доллара. Помните нашу вчерашнюю историю, когда евро-доллар бежал за портфелем. Оказалось, что у бабушки этого дома портфеля не было. Видите, то есть он, подбегая к бабушке, встретил еще одного друга, пообщался. Ну, этот друг спрашивает его, куда ты бежишь? Евро-доллар говорит, я бегу искать портфель. Ну, я не знаю, то ли он у бабушки, то ли он у родителей. И вот здесь во время последней встречи друг ему говорит, слушай, твой портфель, он у родителей. Дело в том, что я к тебе сейчас заходил, тебя дома не было, а портфель стоял у родителей дома. И поэтому вот после вот этого разговора, не заходя к бабушке, пробегает мимо 161 дома и бежит сразу в 261 дом, берет портфель, выбегает, ну и как обычно встречает опять друзей и опять стоит с ними болтает. Вот и вся история про евро-доллар. То есть он шел в школу, забыл, не доходя до бабушки, ему сказали, что у бабушки этого нету, забрал. Смотрите, как ведет себя свечка по отношению к 261 уровню. Отдала тейк-профит терпеливому трейдеру, который вчера заходил на открытие вот этого часа, и этот терпеливый трейдер вчера забрал 60 пунктов, имея в риске всего 16. пунктов. Рентабельность у этого терпеливого трейдера была замечательная. Я поздравляю по евро-доллару трейдеров, которые забрали свой тейк-профит. Следующая валютная пара. Сейчас будем говорить о будущем. Ну, тейк-профит уже сработал. Ульяновск. В Ульяновск, скорее всего, мы не приедем. Нужно приехать в какой-нибудь рядом большой город. Я просто, у нас, по-моему, в Ульяновске филиала нету, к сожалению. Следующая валютная пара – Саратов. Ну, это все рядом же. Кто с Саратова, приезжайте. Семинары будут в таких городах, как Ростов-на-Дону, Киев, Одесса. Вот в эти города приезжайте, там будем встречаться. Одесса, Киев и Ростов-на-Дону уже планируются буквально вот на сентябрь месяц. И туда же планируется еще и Ташкент. Окей. Теперь давайте посмотрим. Это наша с вами вчерашняя Фибоначчи. Никто ее не трогал, никто ее не двигал. Она стояла всю ночь без присмотра, вот эта вот Фибоначчи. Мы ее вместе с вами растянули вчера во время дневного обзора. То есть этим самым я хочу еще раз сказать, что данная стратегия придаст вам абсолютную уверенность. Ну вот вчера по терминалу в 17.00 нужно, это не вчера даже, позавчера по терминалу в 17.00 нужно было зайти вот так вот. Ну вот, допустим, сделать sell спокойно, хладнокровно. В одной руке у вас печеньки, в другой руке у вас кофе. И вы хладнокровно поставили стоп-лосс, тейк-профит. Потом так повернули голову и правым глазом смотрите на убыток, а левым глазом смотрите на прибыль. И понимаете, что рентабельность тут есть. А какая?
Раз, ну, раз, два, ну, минимум один к трем здесь есть. Устанавливаете стоп-лосс, устанавливаете тейк-профит, выключаете компьютер и каждое утро просто проверяете, что с ним происходит. И вот сегодня утром вы говорите, ха, сработал тейк-профит, отлично. То есть изначально эта стратегия была, ну, как бы сказать, велась презентация с целью того, чтобы человек стал, ну, трейдер стал спокойнее. Спокойнее, выдержаннее и так далее, и так далее. Да, людям везет, у них в европейской части совсем все рядом. Сергей, ну, я не знаю, если вы посуетитесь и откроете филиал во Владивостоке и станете директором этого филиала, мы обязательно будем к вам приезжать. Все в ваших руках, Сергей. Тем более регион перспективный. Регион перспективный, открыть филиал Аль-Пари во Владивостоке. Вот. Следующая валютная пара – это фунт-доллар. Мы вчера ее ловили-ловили. Давайте покажем еще раз, как мы ее вылавливали. Вот здесь вот, ой, ну ладно, здесь уже удалили. Вот здесь вот человек не может понять, что происходит и так далее. Ну, нужно просто взять горизонтальную линию и поставить ее на самую макушку. Неважно, это будет белая свеча или это будет черная. А, имеется филиал, но там почему-то не ведется трансляция, преподавателя, я не знаю, с Владивостока. В Саратове офис имеет место быть. Классно. А, ну это, наверное, все понял. Там нету, оттуда нет трансляции, поэтому я с ними не знаком, да? Ну ладно, значит приедем, значит все будет хорошо. Владивосток, правда, на поезде очень долго ехать, примерно где-то месяц, да? Шучу я. Но все равно мы там будем, обязательно. Итак, смотрите, то есть здесь просто по фунт-доллару нужно, ну, как бы вот эту горизонтальную линию, это мой основной инструмент, которым я пользуюсь, я просто всегда его раз так выставляю на макушечку и говорю, вот, это Сергей Макарова приветствуем из Новосибирска, особенно вы с ним уже знакомы по его каналу, вот, и увеличиваю просто, для себя увеличиваю и говорю, слушай, это белое оказывается, значит, вот у этой белой есть свой комплект этих запчастей. От белой до черной. Вот именно как раз-таки вчера вот в этом коридоре люди забрали тейк-профит. А в других коридорах они не смогли забрать тейк-профит. Вот обратите внимание, это правильный последний поцелуй. Белая, белая, черная выскочила, да? И вот здесь вот, когда фунт во время новостей туда-сюда скакал, обратите внимание, он не задевал 76-й. Бжить, 76-й не задевал, а неоднократно отдавал своему, ну, хозяину этого коридора и 261, и 423, и 685, и 1109. Все уровни отдал без касания 76-го. Вот здесь вот не было касания 76-го. Я еще раз увеличу, чтобы показать вам, где это. А, так уже не видно будет. Вот так, наверное, будет видно. Так тоже не видно. Ну вот, вот здесь вот касания 76-го не было. Только соточку задевал и все. Лостки стабилити. Ну, если кто-то знаком, то напишите Евгению. Он хочет посмотреть, что там происходит. Слово стабилити говорит о том, что доход небольшой, но стабильный. Но стабильный. Вот. А почему мы делаем презентацию, допустим, вот, ну, вот, вот этой Фибоначчи ежедневно? Потому что есть люди-агрессоры, которые хотят пипсовать, которые хотят еще что-то делать, ну, им как раз-таки на помощь придет именно эта стратегия. Игорь, приветствую вас, с Игорем мы лично знакомы. Игорь, вот смотрите, проживает в 300 километрах, 300 километров от Алматы, но он приезжал на марафон в город Алматы для того, чтобы поучаствовать в нем. Игорь, приветствую вас, спасибо. Вот, поэтому фунт-доллар в малом коридоре люди забрали свои тейк-профиты, а вот в большом коридоре они не успели забрать, потому что не было дисциплинированного входа. Вот смотрите, это правильный коридорчик, за которым мы наблюдали. И смотрите, что здесь происходило. Да, здесь был выход, далее был снос стоп-лосса, и эта же свечка, которую стоп-лосс снесла, вышла с проколом 261-го. По идее, по дисциплине, здесь нужно вставать с тейк-профитом до 685-го. Других вариантов здесь, если кто-то скажет, что в этом коридоре он зашел, я скажу, ну нет, вот здесь вас стоп-лоссом снесло, а потом пробило 261, вот теперь можно уходить на 685-й, если вы по дисциплине.
если вы, а если вы не по дисциплине, как делает делают мои друзья, они просто заходят на сотки, оставят ты стоп-лосс на, ну, не на 61, а на сотки. Ну, они, конечно, забрали тейк-профит на 261. Вот. Теперь давайте посмотрим вот таким образом. То есть я всегда говорю, если на часовке непонятный график, то обязательно будет понятный он на 4-часовке. Вот давайте фунт-доллар посмотрим. 4-часовку я вам ее уже разрисовал. Выглядит она вот в данный момент вот таким образом. Да, она нисходящая. Почему нисходящая? Потому что я всегда говорю всем своим ученикам, что обращайте внимание на агрессивно длинные, с длинным телом свечи. Вот, смотрите, вот агрессивное длинное тело свеча, но она ничего не решала. Вот эта вот свечка. Почему? Потому что ее агрессивность была, ну, не была направлена на пробитие уровня. Эта агрессивность была просто так. Ты что хочешь? Что хочешь? Но она не ударила вот этого уровень белого. Ну, вот она подбежала к нему со всего размаху, и, но не пробила. Вот. А вот эта вот свечка, которую я вчера сказал, ты что хочешь, да? Она пробила уровень. Она пробила. Ну, здесь уже невозможно. А вот, вот так видно, смотрите. То есть, когда она сказала, иди сюда, она пробила уровень. То есть, это четырехчасовка, которая говорит о том, что нисходящего тренда у фунтика нету, я грубый тренд нарисую. Есть пробитие серьезного уровня и есть, ну, как бы сказать, сигнал на то, что фунт смотрит не вверх, а вниз до 261. Это четырехчасовка. Ну и вернемся опять на часовку. Здесь, естественно, нужно прибегнуть к тому правилу, помните, уменьшаем все до бесконечности и переводим в линейное состояние. И вы прекрасно видите, что полудуга по фунтику, по часовке находится в зоне селла. В зоне селла. Вот. Поэтому, ну, фунтик, ну, как сказать, фунтик и евро-доллар вчера, ну, как бы показали равнонаправленное движение. Евро-доллар вниз поскакал, и фунтик тоже поскакал вниз. По евро-доллару был тейк-профит, а вот по фунтику тейк-профит забрать было невозможно. Ну, давайте сейчас увеличу, покажу, потому что здесь был вук-вук, неоднократный снос 76 уровня. 7.6, 7.6. Это, знаете, это, ну, говорит, ну, рынок нам говорит, нате вам, кто стоит на 7.6, не получите прибыль. Нате вам еще раз, кто стоит на 7.6, не получите прибыль. И сам ушел на тейк-2. Без нас. Без нас. Ну, ничего страшного, такое тоже бывает. Сейчас будем на сегодня проводить. Это вчерашний день мы обсуждаем. И золото вчерашний день планировало, это наша вчерашняя Фибоначчи, планировала идти вниз. Взяла портфель у бабушки дома. Оказывается, портфель был у бабушки, видите, в 161, не в 261, а в 161. И бабушка сказала золоту: золотце, возвращайся в школу. И золото опять побежало домой. А если бы у бабушки портфеля не было, естественно, он бы побежал сюда на 261. Все, значит, золото вчерашнюю полудугу отработал пипсовку. А я знаю, что пипсует очень много ребят до 161 уровня. Это счастливые ребята, у которых дрожат руки, и они каждый день переживают, дойдет ли до 161 или не дойдет. Ну, они вчера пипсовались по золоту до 161 и открывается новая возможность. Как вот, когда открывается новая возможность, Фибоначчи просто автоматически вот так переворачивается и говорит, сегодня бая нету, сегодня есть sell. И вот так вот переворачивается Фибоначчи. И это Фибоначчи нам говорит, что к бабушке мы уже пришли. Взяли мы там портфель и не взяли, непонятно, потому что уровень 100 будет решать. Если мы сейчас вернемся за уровень 100, значит, мы уже с портфелем идем дальше. Если мы пробьем бабушкин дом, значит, бежим к родителям. Ситуация точно такая же, развернулась, и трейдер абсолютно спокойно сегодня понимает, что у него сегодня уже не sell по золоту, а buy. И есть уже 161, вот смотрите, как пробило, вот смотрите, как здесь отработали пипсовщики. Это все правильно, это вы должны были видеть. Пробитие и тело закрепляется выше сотого уровня. Обратите внимание, я сейчас увеличу. Пробитие и закрепилось тело. На открытии часа заходите и фиксируете прибыль на 161. Тенс, зафиксировали.
Да, можно всякие, я вот тоже мувинги накладываю там дополнительно. Вот мой любимый мувинг, допустим, вот это 21-й по умолчанию. Вот я его накладываю, и видите, он здесь тоже, когда бежит, ну, мувинг ему говорит, стоять, стоять, и вот он стоит. Просто мувинг, он нужен для чего? Я обычно, когда добавляюсь на сотки, ну, на сотки, я понимаю, что до сотки может не дойти, и на мувинге добавляюсь, и ухожу на 261 уровень. Поэтому, что я делаю сегодня? Очень выгодная ситуация у меня на сегодняшний час. Вот, и я отправляю один лотик вверх до родительского дома. Стоп-лосс ставлю в школе. И золото, может быть, портфель у бабушки дома не нашло. Золото, может быть, портфель не нашло. Интересно, да? Только у меня видео нет, а звук есть. Скорее всего. Всем привет, я недавно... И занятия по этой стратегии. Ну вот сейчас эти занятия как раз таки ведутся. Отдельных занятий, к сожалению, нет. Вот эти отдельные занятия, они ведутся в разных городах. И вот завтра будет обширное занятие в Нижнем Новгороде. Вот. Ну вот смотрите, я с первого занятия вам говорил. Если у вас есть любимые мувинги, шмувинги и другие индикаторы, вы их можете использовать, они будут вам помогать дополнительно, ну как-то там добавлять позиции, там еще что-то. Но ситуация поменялась со вчерашнего дня. Если вчера золото по полудуге смотрело вниз и достигло 161, то сегодня золото по полудуге смотрит вверх, и достигла 161, и может быть сегодня пойдет на 261. Вот смотрите, я вот эту сделку оставляю, уезжаю в Ростов-на-Дону, и в понедельник мы ее обсудим. Мы эту сделку обсудим и посмотрим, куда золото пойдет, домой или к родителям за портфелем. Итак, резюме. Евро-доллар вчера забрали take profit. Все трейдеры, которые соблюдают дисциплину и не боятся рынка Форекс, они вот так вот забрали. У нас вот так был Фибоначчи. Вот так, на 261 забрали мы. Вот. И вот здесь, кстати, пример. Смотрите, есть ребята, которые знают правило номер два. Правило номер два было применено и в нижней части, и в верхней части. И сработал take profit. А теперь смотрите, ребята, которые не знают правила номер два, а растягивают Фибоначчи как хотят, да, к примеру, растягивают, и касание take profit у них здесь не было. И они говорят, вчера по евро-доллару касания take profit не было. Как вы забрали take profit? Я говорю, а вы были на условно-платном семинаре? Нет, я не был, но я каждый день смотрю обзоры. Значит, вам нужно быть на условно-платном семинаре. И вот здесь касание take profit у них, к сожалению, не было. Почему? Потому что они взяли здесь первую белую свечку и самую высокую, самого высокого парня. Вот. Все правильно зашли на той же свечке, их и не получили свой take profit. А хитрые ребята, которые были на условно-платном семинаре, они растянулись с использованием правила номер два и забрали свой take profit. Так. Вопрос. Допустим, свеча закрепилась выше сотого уровня, следующая свеча опять пускает тень на сотый и уходит на 161 с закреплением. Дальше, правильно. И дальше двигаемся на 423. Или нам нужен однократный выход? Не, неоднократный. Нет. Правильно говорите. Вот смотрите, я сейчас отвечу на этот вопрос. Если не было сноса стоп-лосса, то сигнал у вас только до 261. А если ваш первый выход снес стоп-лосс и после этого закрепился за 161, тогда на 423 идем. Конечно, можно, Геннадий. Вот я еще раз хочу сказать, что данная стратегия, она не подвергается никаким фундаментальным изменениям в мире. Дело в том, что мой девиз, фундаментальный анализ, ну всякие новости, это бензин. Это бензин. А технический анализ это ваш автомобиль. Тормоза, не знаю, там еще что-то. Они не работают без фундаментального анализа. Фундаментальный анализ это бензин. Ну, это топливо для движения. То есть, представьте, у вас есть автомобиль. Вот он, вот ваш автомобиль, вот Фибоначчи. Есть 161, есть 261. То есть, что такое 161? 161 это...
ну, к примеру, там, капот, а 261-й это багажник. Ну, еще что-нибудь. Но все это бессмысленно, если рынок будет стоять. Так вот, рынок движется только на фундаментальных каких-то изменениях. Барак Обама чихнул, все, евро-доллар полетел. В этот момент Ангела Меркель проснулась, все, евро-доллар вниз полетел. После этого что-нибудь еще там произошло. После этого кто-то ушел в отпуск, кто-то родил наследника, не знаю, королева Англии. Это все двигается, но двигается в рамках технических коридоров. Я это, ну, каждый раз говорю, что технический коридор. Ну, к примеру, вот здесь Барак Обама чихнул, вот здесь. Но когда он чихнул, все купили, а 161 уровень говорит, стоять, и все. И он остановился на 100. Теперь Ангела Меркель, когда проснется, 261 уровень все это остановит. Все это остановит. А что сильнее, пробитие свечи телом или тенью? Сильнее тенью, ой, телом, конечно. Но если тени уже пробивали уровень, значит, все равно уходим на 420. Но если телом пробивается, это сильнее. Но если телом пробивается, у вас рентабельность ухудшается. Потому что, когда телом пробивается, цена уже за 161, и вам приходится заходить за 161. Вот. И рентабельность теряется. Ну, все. Поэтому... По золоту зашли с использованием мувингов, шмувингов, но я его уберу. Delete индикатор, да? Вот, потому что это безиндикаторная торговля, направленная на успех. Да? Здесь был take profit, но без нас. Ну, то есть он все отработал, даже до 423 добежал, но с двойным сносом 76. То есть, ну, вот что такое бокс, да, вот когда боксер выходит на ринг, у него, ну, естественно, кроме Геннадия Головкина, конечно, у него написано, сколько у него побед и сколько у него поражений. Так вот, вчера вот по фунту было два поражения. Он зашел, бах, стоп-лосс, он зашел, бах, стоп-лосс, и все. Два раза его в нокаут отправили, и, ну, фунт проиграл вчера два раза, но в основном-то фунт выигрывает, к примеру. А вот у Геннадия Головкина, у него стопроцентная, этот, как его, репутация. То есть он ни разу не проигрывал. Поэтому я думаю, что нужно ему уже на пенсию быстрее, пока его кто-то не побил, к примеру. Ну, всегда же так. Потому что, когда авторитет идет такой стопроцентный, нужно вот на пике славы куда-то уходить. Ну, куда? В тренерство, к примеру, там что-то. Но если бы меня слышал Геннадий Головкин, он бы сказал, я сам буду решать, что мне делать. Но вот такого я впервые вижу, чтобы ни разу не проигрывать. Это значит вечные тейк-профиты. Тейк-профит, тейк-профит, тейк-профит. Представьте, если бы у нас были вечные тейк-профиты, мы бы уже с депозита 10 тысяч долларов за полгода сделали бы 10 миллиардов долларов бы, вот, и проводили бы обзоры дальше. Поэтому давайте перейдем вот сюда. Евро-доллар вчера все отдал, увеличиваем его и спрашиваем у евро-доллара, кто сегодня был самый низкий парень на деревне. Находим комплект. Вот, и видим, что мы находимся в зоне бездействия. То есть у нас был выход, он был без нас, снос стоп-лосса, и мы находимся сейчас в зоне бездействия. То есть мы, если бы находились выше сотки, я бы еще раз нажал на buy. Но мы находимся... То есть эта стратегия, она дисциплинирует трейдера. Трейдер пришел, проснулся в 10 утра, проснулся, посмотрел, опа, ну в 10, почему говорю в 10, ну может даже 12, вот как Сергей из Владивостока, и смотрит, ага, евро-доллар находится в зоне бездействия. Ну окей, фунт-доллар вчера тоже кому-то что-то поотдавал, у фунт-доллара нужно найти самого низкого парня, а вот фунт-доллар находится в зоне действия. Растягиваю Фибоначчи и сразу же запускаю buy. Новый ордер, один buy. Пока что один. После отпуска нужно привыкнуть. Стоп-лосс, тейк-профит. Так вот, уникальность данной стратегии, что там не нужно думать, где стоп-лосс, а где тейк-профит. У вас написано тут стоп, а вот здесь написано тейк. И этот индикатор, он не автоматический, а он ваш родной, ручной. Вы его натягиваете, ставите стоп, ставите тейк и говорите, евро-доллар в бездействии. Фунт-доллар как будто бы разворачивается, поэтому у меня стоит на всякий случай короткий стоп-лосс, но длинный тейк-профит. И золото
развернулась, почувствовала 161-й. То есть, смотрите, какой коридор сильнее, меня люди спрашивают. Сильнее коридор вот этот. Знаете почему? Потому что он уже развернулся и почувствовал 161-й. То есть, нам намекнул, что, ребята, Фибоначчи у вас правильно натянуто. А вот этот коридорчик на 161-м даже не был. То есть, он может сразу рухнуть просто со сносом стоп-лосса и все. А вот этот коридор еще сильнее. Он сказал, ребята, опа, коридорчик ваш правильный. Сейчас я присяду и... Опа, побегу на ваш 261-й. Первый вариант. Первое двойное пробитие считается. Первое двойное. Ну, значит, я что-то пропустил. Если вы про пробитие. Если из коридора вышла, допустим, цена с пробитием только сотки первый раз, то 261. Но человек задал вопрос, вот он, пробитие. Смотрите, не касание 7.6 и пробитие 261. Здесь нету 423. Здесь нету. Пробитие, постоял, пробился. Нету. Здесь только 261. Здесь задача добраться до 13.73, 7.78 и забрать там прибыль. И выключиться. И выключиться. Следующая, ну, как бы пара, за которой мы наблюдаем, это отношение нефти к доллару. То есть за один баррель сегодня дают 41,56 долларов. То есть это тоже пара. Мне вот многие спрашивают, почему только на Форексе все находится в паре? Я говорю, нет, возле вашего магазина все находится в паре. Но вам эту пару не описывают, а просто дают готовую котировку. К примеру, вы заходите в магазин и видите на хлебе наклейку. Я не знаю, сколько хлеб стоит в России, у нас он стоит 60 тенге, да? Что такое 60 тенге? Это готовая котировка пары. Какой пары? Хлеб дробь тенге равно 60. Просто вам же не будут писать хлеб тенге. Представьте, если писали хлеб дробь тенге 60. Молоко дробь рубль 10 рублей. Мясо дробь доллар столько-то долларов. То есть эти дроби просто уже отбросились. А здесь они есть. И вот в нефти их тоже нет. Но здесь есть дробь. Баррель дробь доллар. За один баррель дают 41,56 долларов. Согласно нашей стратегии, нефть развернулась, почувствовала 161 уровень, держит путь на 43-34. То есть, если вы в этой стратегии, ну, как бы уже сильны, то вы можете быть домашним аналитиком. То есть, можете сказать своей жене, ты знаешь, сколько сегодня стоит нефть? Она скажет, сколько? 41. А ты знаешь, сколько она будет стоить завтра? Жена ваша скажет, сколько? 43. И если ваша жена увидит завтра, что нефть стоит 43, она скажет, слушай, ты, оказывается, все знаешь. А вы ей скажете, а ты что, сомневалась, что ли, к примеру? И все, и вновь вспыхнут такие элементы любви, там, первой встречи и так далее, и так далее. То есть это нужно оглашать, применять. Растяните Фибоначчи и подойдите и скажите жене, завтра нефть будет стоить 43 доллара за баррель. Вот. Если это свершится, то вспыхнет новая любовь. Итак, российский рубль развернулся, но смотрит ровно противоположно нефти. То есть, если нефть дорожает, то доллар по отношению к российскому рублю дешевеет. Что сделал доллар? В кривосогнуто, выпукло вогнутом коридоре пробил уровень 100, оттестировал его с обратной стороны и стремится к своему 261 уровню. Это 63,54. 63,54. Все, на этом все. На этом все. Если нет вопросов по всяким экзотическим валютам, то я завершаю наш обзор. И желаю вам хороших выходных, приятных выходных. Желаю вам тейк-профита по фунтику и желаю вам тейк-профита по золоту. По H4 красивее картинка. Ну, давайте посмотрим. Вот смотрите, картинка евро-доллар H4 выглядит так. С касанием 161-го тютелька в тютельку. Картинка фунт-доллар H4 выглядит таким образом. Я ее специально увеличил. И картинка золота H4. А, это вчерашняя картинка, надо ее перевернуть. Это вчерашняя картинка. Здесь не было пробития, бум-бум. И ее нужно перевернуть, эту картинку, по H4, по золоту. Вот так. Там тейк немножко дальше. Вот смотрите, вот здесь вот классика. Пробитие вместе со 161-м. Здесь, безусловно, 4-часовка стремится на 423. Ну, спасибо вам тоже за внимание. Успешной командировки. Я прямо сейчас вот уже уезжаю в аэропорт.
Очень длительные вот эти перелеты. Алма-Ата, Москва, Москва, Нижний Новгород и т.д. и т.п. Поэтому завтра утром будем общаться уже с Нижнего Новгорода. До новых встреч. Успешной торговли на сегодня. Дневного обзора сегодня не будет. Спасибо всем за внимание. До понедельника.